Привет, меня зовут Старун Оксана. Сейчас в этом видеоролике я покажу, как можно сделать иконку для сториса в рекомендуемом, либо же в актуальном в Инстаграм. Для этого мы заходим в приложение Canva с телефона, либо можно даже на компьютере. Изначально устанавливаете приложение Canva себе на телефон с Play Market, заходим, выбираем история Instagram, я беру все, пустой, дальше нажимаю на плюсик, беру рисунок, выбираю, ну здесь вы сами смотрите, какой вы будете выбирать, цвет можно подобрать, давайте другой рисунок возьмем. К примеру, этот. Выбираем цвет. Дальше еще раз плюсик. Опять же рисунок. Здесь в поиске пишите все, что вам надо найти. Например, я пишу команда. Мне нужен значок. И вот нас куча всяких значков. Есть платные, есть бесплатные. В принципе, в актуальном сторисе очень маленькие, поэтому там то, что это платные, логотип канвы, его не будет видно. Поэтому здесь можете выбирать любой. Я сейчас покажу, как это все обойти. Ну, какой возьмем? Ну, давайте там самый первый. Ну, к примеру, вот этот. Он видим, внутри есть канва такой, да, логотипы. Растягиваем как надо. И дальше, что я делаю дальше? Если мы сейчас начнем скачивать, то нам предложат покупку. Сейчас посмотрим. Видим, да, что предложили нам купить. Ну, как бы это можно не делать, я просто беру, увеличиваю. Дальше делаю скрин, изменить, обрезать лишнее. Так. Хоп. Так, еще внизу так обрежем. И сохранить. Дальше идем в Инстаграм. Вот внизу аккаунты мы видим. Так, выбираем какую-то, ну, вот, например, далее. Редактировать обложку. И вот наш значок. Можем подогнать. Можем растянуть. Сделать больше, да, чтобы было. Здесь уже смотрите сами. Вот. И далее. И вам сторис будет готов. Смотрите. Готово. Ну, здесь видно, да, немножко, что есть вот этот канва, но, в принципе, можно его убрать. Либо выбрать какой-то другой, более светлый фон, как у меня на вот этих, вот видим. Здесь значка канва не видно. Вот так просто можно взять и просто поставить такие, сделать значки. Я думаю, вы разобрались. Желаю вам удачи. Встретимся в следующем видеоролике.